сказать? Да. Да. Посмотри, сколько тебе лет. 18. Я. Девочки и мальчики, я так вам благодарна. Это действительно, вот смотришь там по телевизору, кого-то поздравляют, думаешь, мне бы так. Такой эгоизм такой внутри сидит и точит. Так, гордыня такая точит тебя, вот и мне бы так, вот у тебя такого не было и не будет. А вот у меня есть это. Вот, я вам очень благодарна. Я не знаю, за что мне эта любовь. Спасибо вам большое. Каждого целую. В лобик. А чего это лобик? Целую. В щечку. В щечку. В щечку. Нет, ну разные, разные. Разные. Я вообще ударение. Хотел другое место поставить. Разные щечки. Спасибо вам. Это действительно очень-очень приятно. Это такая энергия. Я хочу, чтобы свечки прогорели до середины. И бы мне было 10 лет. Да. Спасибо вам, друзья. Сейчас... задую свечи, загадаю желание. Сирию, на тебя вишня. Да, да, в следующем году вырастет вишня на тебе. Спасибо. Специально для вас. Вау! Да. Ну, покажите. Дина, с днем рождения! Ласточки летают высоко. Спасибо. Вах-вах. Да. Вот тебе наша страстная пламенная любовь. Пожелания от всех. Это как настоящему артисту, такой это шикарный букет. И есть настоящий букет. Да. Нормально вообще. Вы написали тут каждый, что чувствует. Спасибо. Это с нами завтра. Спасибо. Можно поцеловаться? Обязательно. Можно поцеловаться? Мы тоже можем. Очень интересно. Такими красивыми женщинами. Нас 50. Нас много. Нас много. Я можно посмотреть? А можно вот их сюда поставить? Да. 17, я надеюсь. Пойдите, вазочка. Да, ваза. Сейчас я пишу. Шикарно. Это свечи. Да, спасибо. Так, это не свечи, это Марина.